Эта конференция идет по проекту «Русские глазами русских». У нас проект в несколько необычной формулировке «Описание русских». Обычно ведь это «Русские глазами иностранцев», «Чужими глазами», «Мы своими глазами собственными». И построили мы его так, не по какому-то определенному плану, весь этот проект кончается в этом году, а искать какие-то точки, там, скажем, шансон, дача, скажем, фольклорные какие-то. Да, есть у нас действительно описание русских школьников из Вильнюса, как они видят себя самих и так далее. И Вячеслав Всеволодович среди тем, которые он предлагал вообще на вот этот свой приезд, предложил и тему фантастика, причем высказал такую мысль, почему русская фантастика так отличается от западной фэнтези, science fiction и так далее. Почему у русских постоянно идея решить свои проблемы фантастическим образом. То есть их фантастика не имеет отношения к каким-то прогнозам, путешествиям во времени, научным и так далее, а вот так, чтобы все получилось само собой. И мы решили, что это как нельзя лучше подходит к этой общей теме «Русские глазами русских». И первый доклад Вячеслава Всеволодовича Иванова «Русская фантастическая литература».